Всем привет! Продолжаем рассматривать картины «Царство Флоры» Никола Пуссен. Около 1631 года, холст масла 131 на 182. Никола Пуссен, французский художник, родоначальник живописи классицизма. Подавляющее большинство его картин написано на историко-мифологические сюжеты. «Царство Флоры» – одна из ранних работ, которую он написал по прибытии в Рим в 1624 году. Главный литературный источник сюжета о Флоре – метаморфоза Овидия. На полотне много персонажей, и все они фигурируют в рассказе Овидия. Флора – старинная итальянская богиня цветов в аллегории четырех времен года. Она олицетворяет весну, превращение греческой богини цветов Хлориды в римскую флору. Сюжет знаменитого полотна Сандро Боттичелли «Весна». В своей картине Пуссен изображает флору в танце, грациозно парящей и разбрасывающей цветы. Вокруг нее те персонажи мифа, которые, умерев, превратились в цветы. Аякс изображен бросающимся на свой меч. Он обезумел и покончил с собой после того, как лишился доспехов убитого Ахиллеса. Юноша на переднем плане, склонившийся на своем отражении в воде, нарцисс. Клития, превращающаяся в подсолнух или, вероятно, ноготки, которые также обладают свойством вращать свой лик к солнцу, пристально смотрит в безнадежной любви на бога солнца, проплывающий по небу колесниц. Геокинт или гиацинт поднимает руку к своей голове, Адонис с копьем и охотничьими собаками отодвигает плащ, чтобы открыть свое раненое бедро. Крокус и плющ. Красивый юноша и нимфа клоняются друг к другу. За свое нетерпение крокус превратился в цветок, который носит его имя, или в тисовое дерево. Все эти поведенческие характеристики героев находят объяснение в рассказе Овидия и живописное воплощение в картине Пуссена. Пока-пока, до свидания. Вот такое описание картины Никола Пуссена «Царство Флоры» я нашел в интернете. Всего хорошего. Текст по книге «Великие музеи мира».